Питьевая вода без перебоев. В поселке Льваневского, где на одной из улиц долгое время были проблемы с водоснабжением, сейчас завершается реконструкция водопровода. Старый водопровод по улице Карбышева требовал полной реконструкции уже давно. Здесь все чаще случались аварии, а люди порой на неделю оставались без воды. За помощью в решении проблемы десятков семей жители улицы обратились на Мотор-Сич к депутату горсовета Александру Поспелову, в избирательный округ которого входит данная территория. И предприятие во главе с председателем совета директоров Вячеславом Богуслаевым помогло жильцам, оплатив треть стоимости реконструкции. Большая помощь, естественно, оказана нам работниками и депутатами, и непосредственно нашим родным Мотор-Сичу. Мотор-Сич оказала огромное содействие в замене водовода в плане частичного финансирования в закупке и приобретении материалов комплектующих. Сейчас на участке еще ведутся работы. Жители улицы Карбышева признают, без помощи предприятия еще долго мучились бы с водоснабжением. Очень надо, прорывает постоянно, понимаете? Дети маленькие, без воды сидим. То там прорвало яму, то там прорвало воду. Спасибо большое всем, вот кучеру, мотору, депутатам. Очень большое спасибо, что они взялись за это дело. Но одним выделением средств на Мотор-Сичи не ограничились. В обеспечении своевременного выполнения работ по строительству нового водопровода большую роль играет депутат горсовета Александр Поспелов и его помощники. Здесь держат на контроле выполнение работ, оказывают организационную поддержку. Ведется непосредственный контроль за ведением работ, непосредственно ведется связь постоянная с квартальной данного квартала 121-го. И все время звонят, интересуются, как там у вас дела, что почем, что надо. Теперь нам есть на кого положиться, говорят местные активисты. По окончании работ с водоснабжением жители улицы хотят обратиться к своему депутату-моторовцу Александру Поспелову с вопросами восстановления освещения по улице и ремонта дороги. Уверены, мотор в беде не оставит.